А в Харьковской области из ювелирного магазина вынесли больше 3 килограммов украшений. По информации полиции, ночью неизвестные залезли через окно 2-го этажа в торговый центр. После этого проломили в стене дыру и свободно вошли в салон. Забрали со стенда ювелирные украшения и скрылись. Пропажу обнаружила продавец, когда утром пришла на работу.